В рамках благотворительной акции «Стань первым» в столице Чувашии на заливе высадят клумбу с логотипом Первого канала. Рассада, а это бегонии и бархатцы, уже готова. Из них ландшафтные дизайнеры выложат цветочный орнамент. 31 мая у монумента матери ребята из школьных экологических отрядов вместе с ведущими телеканала сформируют на клумбе цифру 1. Организаторы будут рады добровольным помощникам. Напомним, такие арт-объекты создают во всех регионах участников акции.